эти выходные шум волн Финского залива заглушили мелодии любимых песен. Очередной 6-й ежегодный фестиваль «Шансон белых ночей» прошел при полном аншлаге в поселке Комарово. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете это мероприятие, несмотря вообще ни на какие невзгоды, которые могут быть и которые вокруг нас. Но, тем не менее, вместе с нами несете это добро, которое идет в массы, и которое мы назвали, собственно, честью и совестью, дорогие друзья. Спасибо вам. Пусть наши радуют, все наши исполнители радуют вас своими песнями. Отдыхайте. Спасибо. Открыл фестиваль любимец публики и тонкий лирик Сергей Любавин. Как раз такой фестиваль – это возможность встретиться, поговорить, обсудить какие-то дела. И момент такой, что совершенно сумасшедшее место здесь по красоте. Я не знаю, в Подмосковье, наверное, может быть, естественно, в Подмосковье нет таких мест, потому что нет такого великолепного водного пространства, соснового леса и такой атмосферы, которая присутствует здесь. Мы сейчас с вами сами все видим, люди танцуют, развлекаются, слушают хорошую качественную музыку. Собственно, для этого, наверное, этот фестиваль, чтобы поделиться своим настроением, спеть какие-то новые песни, вспомнить старые и создать просто какое-то настроение, минимум на месяц. Благодаря команде профессионалов, 6-й раз фестиваль «Шансон белых ночей» остается самым масштабным и зрелищным шоу на открытом воздухе. И организаторы концертов жалуются, что сейчас очень сложно собрать публику на концерты. Ваши фестивали всегда происходят при неизменном аншлаге. В чем секрет такого успеха? Секрет просто – любовь, дружба. И я не знаю, наверное, вот это вот и есть. Вот именно для чего мы сюда приезжаем. Здесь нужно быть. Это нельзя передать. И почему я всегда всех приглашаю и говорю, приезжайте. Когда вы вдохнете воздух вот этой атмосферы и то, что здесь происходит, и тогда понятно, что почему. А меня это не удивляет, что здесь все время у нас аншлаги. Меня это не удивляет, это нормально. Постоянно опять мы вернулись причем, потому что все-таки как-то так тянет сюда всех. И, естественно, собрались все самые близкие друзья. Все вроде бы так, надеюсь, и дальше будет продолжаться. А исток – это именно Григорьев Евгений Геннадьевич и Дюмин Александр Васильевич. Все это так зародилось чисто случайно. Это все именно Александр Васильевич все это и придумал. И замутил, и всех вдохновил. И все это до сих пор продолжается. Что Питер, потому что Ленинград, потому что безумно много друзей, потому что я люблю эту землю. И преклоняюсь, как перед матерью. Родилась, потому что здесь сила с этой песни. Дело ж не в шансоне, не в жанре. 70% людей из города бывает здесь. Соответственно, в рекламе не нуждается эта песня. Каждую неделю и всю неделю здесь бывают люди. Так родилась, я говорю, братцы, «Шансон белых ночей». А я с вами всегда, и мои друзья, и все, что окружает. Мы пол Москвы сюда привезем. Главное, чтобы родным было в кайф и хорошо. Фактически являются этого фестиваля. Это Сергей Германович Новиков, Александр Дюмин и Павел Ростов. А потом уже подсоединилась команда, которая в процессе назначилась продюсерским центром «Музыкант». Идем верным курсом, также придерживаемся одного главного определения в жанре, это честь и совесть. К нему приурочили, собственно, премию, которая вручается только достойным и порядочным. Идет фестиваль своим чередом. То есть мы сейчас на данном этапе только поддерживаем это мероприятие. Мы уже не бегаем там, не носимся по всей России, не собираем артистов. То есть артисты знают, люди по стране знают. Здесь встречаются те, для кого музыка не просто увлечение, а неотъемлемая часть жизни. На одной сцене выступают и дебютанты, и профессионалы. Мухтар Хардаев, Александр Дадали, Дмитрий Быковский, Дмитрий Фомин. «Достижение» — это новый альбом, который я сейчас именно заканчиваю записывать. Уже практически все прописано. Там сведение, мастеринг остается. Будет новый альбом, будет называться «Влюбился». Смотрите, ищите в интернете, в магазинах. Я думаю, что будет круто.
Да, тут много старых друзей, много новых друзей, замечательно. Встречаются, обнимаются, дружатся, веселятся. Мы с женой здесь первый раз, но нам очень нравится. Во-первых, здесь есть приз такой «Честь и совесть». Да? Вот это тот фестиваль, где все сделано по чести и по совести. Это первое. Второе, здесь участвуют люди по-настоящему талантливые и по-настоящему достойные. Понимаете, они достойны даже большего. Потому что сейчас они меня не слышат. Они достойны даже большего. И в-третьих, самое основное, да, у меня здесь... Все вот как семья, что ли, вот как друзья, начиная до Сергея, вот отчество даже забыла, да, Сергея Новикова, вот, и заканчивая для меня вот все родное абсолютно, вот, ну, каждым прутиком, вот этот Финский залив, опять же, я говорю, да, поэтому я так и волнуюсь. Я, наверное, и в том году так же волновалась, просто не говорила об этом на камеру. Организаторы расширили рамки фестиваля, дополнив их благотворительными целями. Меня зовут Татьяна Новикова, я очень рада приветствовать всех на сегодняшнем мероприятии. Я очень рада, что нас позвали. Я представляю фонд благотворительный «Когда ты нужен». Мы помогаем онкологически больным детям, проживающим в Санкт-Петербурге и приезжающим из других регионов России. Нашей задачей сегодня является собрать максимальное, которое мы можем, количество средств на закупку медикаментов для наших подопечных. Если у кого-то есть возможность, желание помочь, мы будем очень рады, если вы пришлете смс маленькими буквами «ЗОНД», дальше сумма, которую вы готовы пожертвовать, на номер 3116, либо заходите на наш сайт www.когдатонужен.ком. Ближе к полуночи на сцену вышли мэтры жанра Виктор Петлюра, Жека, Александр Дюмин. Своей энергетикой они буквально взорвали зал. Это фестиваль для нас, для артистов, которые приезжают сюда. Это, прежде всего, фестиваль друзей. Мы здесь все собираемся, мы здесь все общаемся, делимся своими впечатлениями о наших гастрольных турах за год, делимся нашими новыми работами за год. Ну и самое главное, нас поддерживает прекраснейшая публика, которая приходит на эти концерты. И огромное спасибо нашему другу Сергею Новикову за то, что этот фестиваль живет. Радостно, весело, феерично, очень энергично. Я очень рад, что в свое время, много лет тому назад, вместе с Александром Дюминым, вместе с Сергеем Германовичем Новиковым, вот здесь вот за тем столиком, просиживая стульчики, родил идею этого фестиваля. И очень рад, что этот фестиваль до сих пор существует, что он трансформируется только в лучшую сторону. У нас появились элементы и цель благотворительности, что, естественно, не может не радовать. Приезжайте в Комарово на фестиваль «Шансон белых ночей». Вам будет здесь весело, замечательно. Мы с вами вместе не заскучаем. Спасибо большое. Ваш Жека.